Сегодня в школе поселка Майского Прикубанского района открыли мемориальную доску и парту героя-участника специальной военной операции Аслану Динаеву, погибшему в сентябре прошлого года. Подробности у Артура Мхце. Этим фотографиям чуть больше 10 лет. Выпускники 2012 года школы поселка Майского Прикубанского района республики. В тот момент никто из ребят еще не знал, как сложится их дальнейшая судьба. Так Аслан Динаев позднее выучится на юриста и отправится служить в армию по контракту. Был таким же, как и все остальные мальчишки. Игривым, и иногда озорным. Веселым был. Увлекался спортом. Он любил бокс, занимался боксом. Когда началась специальная военная операция, Аслан с первых дней был на передовой. Я всегда поражалась его мужеству и родителям всегда говорила, что вырос, воспитали настоящего мужчину. В июне прошлого года участник специальной военной операции Аслан Динаев был ранен. Но в скором времени вернулся в зону боевых действий, чтобы продолжить выполнение поставленных президентом России задач. По словам родных, парень не мог себе позволить поступить иначе. Ведь на передовой оставались его земляки, друзья, сослуживцы. Врач сказал, я тебе комиссую такой, с таким этим... Он подпрыгнул, встал и сказал, я здоров, и пошел. Когда заканчивался контракт у него, все уговаривали, все, ты повоевал, хватит. Он заново заключил контракт. Как я могу там бросить своих друзей, которые там остались? К сожалению, его последняя командировка в зону спецоперации завершилась трагически. В середине сентября он погиб. В память о земляке школьный поисковый отряд носит его имя. И вот теперь в родном образовательном учреждении состоялось памятное мероприятие, на котором именно Аслан был главным действующим лицом, невидимым и тем не менее осязаемым для всех присутствовавших на митинге. Примечательно, что открытие мемориальной доски Аслану Динаеву прошло в день, когда в нашей стране напоминают о начале Великой Отечественной войны и борьбе с фашизмом. Добрые слова, цепляющие за живое мелодии и слезы. А в самой школе в память об Аслане открыли парту героя. Право сесть за нее первыми получили лучшие ученики. Не исключено, что однажды этой чести удостоится и Аслан Динаев, который, несмотря на юный возраст, знает все о старшем брате и его боевом пути. Гордится им и точно знает, с кого будет брать пример. Артур Мхце, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.